Это было легко. Я Герос, фиксированная точка во времени. С каждой смертью и возрождением я становлюсь только сильнее. Избранный, извлеки энергию, Дзинсей. Ты хорош, но ты не великий Кунг Лао. Ты знал моего предка? У него был шанс против меня. У тебя его нет. Вы, монахи Шаолиня, превзошли свою репутацию. Я уважаю ваш дух, но воля Кроники должна быть исполнена. Нет. Нет! Нет! Что это еще такое? Кто этот специальный гость со злобной внешностью? Герос, головорез Кроники. Якобы его невозможно убить. Соня Блейд, мать Кэсси Кейдж. Да, и что с того? Кэсси Кейдж победила Шинока, сына Кроники. Я месть его матери. Попробую вернуться после этого. Герос потерпел поражение. Когда он вернется, я усилю его для финальной битвы. Военные суда. Мои корабли не способны воевать. Этот флот под моей защитой. Если Харон падет, наш флот не сможет плыть дальше. Защитите его любой ценой. Идем на таран! Я погиб тысячу раз, чтобы быть готовым к этой битве. Мое поражение невозможно. Я больше не намерен тебя терпеть. Утопив, ты не убьешь меня, Рейден. Тем хуже для тебя.
Море крови бездонно. Ты будешь тонуть вечно. Если тебе понравилось, обязательно подпишись.